Новый сериал внутри известнейшего турецкого режиссера Улуча Чабайрактара необычен с самых первых серий, так как они поведают нам предысторию событий. Предыстория начинается выпускным вечером в полицейской академии, готовящей честных, порядочных, сильных духом страж порядка. Наш любимый актер Чагатай Улусой играет выпускника академии. Его героя зовут Сарп. Сарп не имел ни малейшего понятия о том, что его младший брат, похищенный много лет назад, его соученик по академии. Брата играет актер Арас Булут. Его герой имеет не одно, а целых два имени. Так до похищения его звали Умут, а после Мети. В детстве его насильно ввели в уличную банду, занимающуюся нелегальной торговлей. Но у каждого должен быть ангел-хранитель. Девочка Мелик станет таким ангелом для Умута Мета. Она поможет ему покончить с бандой и встать на правильный путь, поступив в полицейскую академию. Умут Мета и Сарп не найдут общий язык, между ними постоянные конфликты и ссоры. Им и в голову не приходит, что они родные братья. Какая судьба ждет братьев после окончания академии, пока неизвестно. Сериал, имея жанр боевика, в какой-то момент переходит в мелодраму. И здесь появляются две девушки, которые не оставят равнодушными Сарпа и Мета. Посмотреть очередную 36-ю серию сериала «Внутри» вы сможете на русском языке уже 31 мая. Так что подписывайся на канал наш и будь всегда в курсе всех основных событий про данный сериал. Всем до встречи, пока!